Знаете, кому, по-моему, вообще все равно? Туристам из Китая. У них фотосессии и танцы. Ну, они к такой обстановке привыкли. У них там шторма. Частое явление. А красиво. Танцуют. Молодцы. Знаете, я в восторге. Капает дождь, бушует шторм. А женщины просто танцуют на берегу. Танцуют и поют. Там идут тучи. А вы знаете, солнце действительно пробивается. И вот оно пробивается, оно греет. Солнце жаркое. Даже через облака чувствуется, какое оно жаркое. Сосед! К сожалению. Вот такой он вечер сегодня. 23 ноября. Китайские туристки танцуют перед штормом в море. После двух обещают ухудшение погоды. Сейчас полдень и усиление волны до 3 метров. Ну, она и сейчас, по-моему, уже под 3 метра. Ничто не помешает радоваться жизни, и это главное.